В зале Дома культуры царит атмосфера большой семьи. Для брянской еврейской общины Ханука имеет огромное значение. В этот день происходят приятные встречи с родственниками и друзьями. В нашей жизни так не хватает света, даже вот судя по сегодняшней погоде. А этот праздник дарит нам много света. В этот праздник зажигаются свечи. Праздник семейный. Добрый, дарит нам много радости. Хануку еще называют праздником света или праздником огней. Для евреев это радостное событие, поэтому в дни Хануки нельзя горевать, поститься и даже работать. В еврейских школах наступают каникулы. Для нас этот праздник очень много значит, потому что это один из самых таких веселых праздников еврейских. Праздник в еврейском календаре, поэтому мы отмечаем его в это время, поэтому я сюда и пришел. День света, добра, тепла. В Брянске еврейская община существует уже более 100 лет. Ее численность несколько тысяч человек. В Брянской области сложились хорошие, замечательные отношения с еврейской общиной. Мы постоянно общаемся, мы постоянно слышим и слушаем друг друга. Я желаю вам всем всегда оставаться такими добрыми, готовыми всегда пойти на выручку друг другу. Хочу пожелать нам всем, чтобы у нас в жизни было больше возможностей делать хорошие, добрые дела. У нас есть особая душа, божественная душа. Но сама душа хочет сама реализовать. И пока она не реализует сам себя, она пока находится в клетке, она не свободна. Когда мы будем делать хорошие дела, хорошие поступки, тогда наша душа процветает. Добрая традиция праздника – отмечать заслуги тех, кто вносит вклад в еврейскую общину. Звание «Человек года 2018» получили трое участников общины, а члены молодежного еврейского движения «Энерджи» провели благотворительную лотерею. Но главный момент праздника – зажигание свечей – символ победы, добра и стойкости духа. Первый день зажигают крайний правый светильник. Всего светильников 8. Ровно столько дней длится Ханука. Главным гостем праздника стал участник шоу «Голос» Влади Блайберг. Праздник света продлится до 10 декабря. В эти дни в домах каждый вечер будут зажигать специальный светильник – ханукию. Екатерина Пармон, Владислав Пискунов. События, Брянск.